Почему ты так не любишь ментальный анонизм? Потому что я отдал, наверное, 5-7 лет своей жизни на это, и ничего в моей жизни не изменилось. И как только я перестал заниматься мастурбацией ментальной, в моей жизни пошли значительные перемены. И за год я сделал столько, что за 5-7 лет не сделал. Давайте хороший пример. 5-7 лет ментального анонизма, по деньгам ноль, финансы, да, по внутреннему развитию ноль, все ноль, все ноль. Но внутри я ощущал, что я прокачан. Как только я забил на ментальный анонизм и начал прокачиваться по маркетингу, по продажам, я нахожу сразу момент, ну не сразу, где-то в течение 2 месяцев я нахожу работу, выхожу на работу, работаю всего лишь 3 дня маркетологом, и меня делают директором по продажам. При этом я еще прокачивался, естественно, и по продажам, в том числе, ну, в плане именно тренингов, сам прокачивался. Делают директором по продажам, ребят. Вы понимаете разницу, да? 5-7 лет ментального анонизма и год работы над навыками, над прокачкой самого себя. И сразу я вижу результат. Я сразу вижу результат. Как это объяснить, ребят? И мне может кто-то сказать: Дима, 5-7 лет ты занимался не ментальным анонизмом. И именно благодаря этому ты стал директором по продажам. Нет, ребята, всегда есть показатели видимые. Когда вы читаете книгу, если вы просто ее почитали, ничего в вашей жизни не изменилось, это не показатель. Если вы взяли книгу, внедрили книгу, и в вашей жизни что-то изменилось, стало что-то круче, лучше и так далее, даже негативный результат тоже результат. Но если что-то изменилось, это и есть реальный показатель. И ментальные анонисты могут идти лесом, да, как говорится. И я не люблю ментальный анонизм, и никому его не советую. Михаил из города X. Здорово, Мишка. Спрашивает. Давайте. А можно ли к тебе приехать? Можно. Если, смотря с какой целью, лучше сначала Михаил напиши, что ты хочешь от меня в живом. Михаил, наверное, хочет узнать от тебя, что ты хочешь от него. Михаил, я хочу от тебя денег. Мне казалось, ты скажешь детей сейчас. Все. То есть мы опять шутки про геев продолжаются, да? Все-таки мы не уходим с этого, с этой тематики, тоже оставляем, да? Как шутку про педофилию. Ладно. А если серьезно? Михаил спрашивает. Проводишь ли ты у себя в городе тренинги вживую? Или в других городах? В данный момент в других городах нет. У себя провожу индивидуальные практики. Вы можете приехать на уикенд. Уикенд знаете, что такое, да, надеюсь? Или еще такой буткамп называется, да, есть такое еще? Это когда ты выходишь в поля и там тренируешься. Короче, если вы хотите прокачаться лично со мной вживую, вы приезжаете на выходные, берете хостел, если по бюджету, можете взять отель, а вы оплачиваете цену индиво, только индиво. То есть цена как онлайн, так и реальная цена такая же, она не меняется. Берете индив, и я с вами на протяжении вот этих 2 дней. Например, это будет суббота-воскресенье, либо пятница-суббота, 2 дня. Хотите больше растянуть время, сколько хотите. Суть одна, что мы с вами работаем. А, ну в смысле, не в плане, что мы полгода будем вместе с вами, да? Ну, растяните, может быть, на 3 дня, может быть, на 4. Просто по часам мы немножко разобьем по-другому. И я вам даю полностью весь блок по практике, которую вы выберете. 2 практики выберете. Извини, значит, там просто у женщины шляпа была. Значит, будет 2 практики. Суть одна, что приезжайте, и я вас потренирую, конечно. Можете просто приехать и заплатить за консультацию почасовую, и я вас проконсультирую по какой-нибудь теме. Ну, те, которых я разбираюсь, которых у меня есть результат. А если бы тебя пригласили в какой-то город, организовали бы тебя? Согласен, я приеду с удовольствием. Если вы организуете, кто-то хочет организовать мои практики, пожалуйста, договоримся, я приеду с удовольствием, проведу. Ну, просто такие люди интересные ходят. А еще, между прочим, у тебя за спиной сияют огоньки и написано «Эрос». Где? А, это хороший магазин, я там закупался. Алевтина там. Вы, кстати, там видели то, что я покупал, как раз это в этом магазине я покупал. Так, интересный вопрос. От Ильдара из Самары. Ильдар, Ильдарушка, привет. Что ты ел вчера на завтрак? Блин. Ну да. А что вчера было? Только один? Это не амнезия, я начал забывать информацию, которая лишняя. Слушайте, вы вообще в курсе, что если вы начинаете отфильтровывать, то есть, например, если вы выбрали какую-то тему, и в этой теме вы прокачиваетесь, и стараетесь все остальное просто не брать вообще в расчет, вот вам вообще наплевать. Вам приходит человек с какой-то темой, вам наплевать на эту тему, потому что вы вот сфокусированы на чем-то одном, либо на 2 темах. И как только вы научитесь это делать, в какой-то момент начинает информация забываться, которая вам не нужна. Мозг реально начинает ее просто такой... Зачем она мне? Я удалил ее.
И вот у меня, вот я сейчас начал прокачиваться очень усиленно в некоторых темах, все остальное просто забывается. Все, оно, а мне не нужно это очень круто, потому что мы постоянно живем, да, живем вот эту информацию, ночью не спим, живем, утром просыпаемся, живем, в транспорте едем, постоянно думаем о том, что мы сегодня съели на завтрак, почему Дима в красном, почему он такой сексуальный, я тоже хочу быть таким, как он. И вот, а зачем это? Это же все лишнее. И вот эта правильная фокусировка, она мне очень помогает сейчас в данный момент. Я не помню, прикинь, серьезно, вот я не помню, что я съел на завтрак вчера. Дима, может, расскажешь, сколько тебе лет? Есть ли у тебя уже к этому подвижки? Что, к старческому маразму? Да. Мне 34 года. Не знаю, насколько есть подвижки у меня или нет, но сегодня я заинька. Слушай, а можно, это не противозаконно, если мы будем снимать иногда попы девушек? Попы девушек. Если ты увидишь какую-то здесь клевую попу девушки, не обращай внимания на меня, сразу на девушку. Светлана. Светлана, привет. Из Краснодара. Краснодар. Светлана, если у тебя будет возможность, перевези меня туда, пожалуйста. Приедь за мной и перевези меня туда. Когда произошел твой первый поцелуй? А я что, не говорил, что ли, в 21? А, нет, подожди. Это ты про себя. А какой официальный он? Ну, вообще в 5 лет. Слушай, еще с какой, с языком или без вообще? Как это определить? Что, в губы это считается поцелуй? Ну, Светлана про язык ничего не написала. Ну, давайте первый вариант. Если просто без языка... Нет, то... с языком-то интереснее. То в 5 лет. Если с языком, то в 21. Совсем недавно была трансляция, как... вредные советы или плохие советы для социофоба, девственника, неудачника, как стать успешным. Рекомендую посмотреть, чтобы вы не делали, как я в 21. Ну тогда вот покажи, где будет подсказка. Нет, да, вот. Я познакомился с девушкой. Я, кстати, на тот момент был начитан по пикапу, но вы представляете, да, начитан и внедрен, это разные вещи. И поэтому я начитался всего и не мог никак перейти к поцелую в любом случае, потому что читать это не то, понимаете, ментальный анонизм. И я просто решил ей сдаться и сказать правду. Я ей сказал: «Оля, я никогда в жизни не прикасался к девушке с помощью губ». Я сказал, что я никогда не целовался. Если серьезно, таким голосом я не говорил, который сейчас там. И мы тренировались. Мы сидели на даче, это уже была поздняя осень, но еще не было снега. И мы с ней сидели на лавочке и тренировались. Поцелуями, это было так мило. Ну, она очень хороший учитель, я считаю. Сексом, кстати, так не было, я так не говорил. «Оля, я никогда не использовал свои тела с другими телами». Какие эфирные, ментальные, астральные. Физические. Ну, грязные. Последний вопрос. Да, последний вопрос. От Семена из Караганды. Семен из Караганды. Здравствуй, Серега. Скажи, пожалуйста, про... Серега, Семен. Свой самый смешной момент в танцах. Слушайте, наверное, знаете, смешных моментов всегда достаточно, если я начинаю поясничать. Ну, или поясничать, да, или шутить, можно это так назвать. И сначала я завожусь, я максимально завожусь, мне становится интересно, мне становится смешно. Когда я от такого состояния начинаю шутить, прикалываться в танце, то это автоматически передается партнерше. А мне иногда бывает просто скучно, знаете, быть таким пафосным таким танцором, как-то красиво обыгрывать музыку. Иногда надоедает, и хочется просто пошалить. И я начинаю шалить. Я вспомнил, да, это было 1.5 года назад, я так устал, что я просто лег на танцполе. Я просто делал элемент, я крутил, я уже ушел на колени, красиво на коленях ее крутил рукой, а потом просто сказал, я просто лягу здесь. И я такой медленно лег и лежал. И партнерша смеялась, и остальные люди подумали, что я в обмороке, и это было вдвойне смешно. Да, я лежал на танцполе, где было куча людей, и все смотрели на меня. И я просто лежал. Мне было кайфово. Ребята, на этом сегодняшний влог закончен. Я очень рад, что вы посмотрели это видео. Напоминаю, что у меня есть мой YouTube-канал, на котором вы сейчас находитесь. Спасибо. Напоминаю, что у меня есть YouTube-канал, на котором вы находитесь. Конечно, вы уже подписались на него. Поставили лайкусик обязательно и написали в комментариях, какой вы клевый. Не я клевый, какой вы клевый, напишите. Реально, когда вы это напишите, ваша самооценка чуть-чуть станет лучше. Вы просто напишите «я
классный, потрясающий Алевтин. Помимо этого, у меня есть паблик и телеграм-канал. И сделайте донат на потрясающую классную камеру. Благодаря этому будет еще интереснее видео. Донат. Поблагодарите канал, если вы считаете нужным. Если вы действительно думаете, что контент, который я предоставляю, клевый, интересный, я клевый, интересный, тогда поддержите наш канал. И мы будем стараться еще больше. Будем. Да. Мы будем. Мы не пропьем эти деньги. Бой пьянству и безделью. Мальчишки и девчонки, я напоминаю вам, что вы клевые, что вы лучшие. И самое главное, хорошего вам настроения.